Так, народ, здорово всем. Очень много у меня любопытности здесь. Во-первых, звук пропал этот дурацкий. Так. Но я хочу кое-что проверить. Вот что это за звук такой. Я, в принципе, догадывался. Эффект звуков. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, можно ли его как-нибудь нафиг убрать? Не, ну так вообще не вариант. Так, ну тут щит, если не применять, тоже отстойно будет. Родную музыку попробовать поставить все-таки. Ладно, давай попробуем. И, конечно, этот звук щита ужасен. Блин, да без него тоже будет хреново. Скотина-то какая, а? Ну, подлая гадина. Ну ладно, выбора нет, придется как-то... Ну, мне он, надеюсь, никому он на голову не давит. Так, что я вообще хотел? 168 левел нам нужен, да? Ну, бредятина с этим звуком. По поводу ограничения 100 тысяч. Что-то мне кажется, я говорю, я в эту игру походу играл, из-за этого ограничения я, возможно, на нее прекратил играть. Просто уже забыл. Что нигде ограничение вот это вот 100 тысяч я не видел. А, стоп. И применил токен на 7 дней премиума. Правда, херня полная. Если он снимал хотя бы какие-то ограничения, было бы нормально. Так, модификация. Угу. Так, для начала 120 уровень.
2000, да? Это он применить не может. Но это может. А почему? Чё? А, левела не хватает. Здесь уже 170-й везде нужен. Да не, лучше копье туда поставлю ему. А то ДПСа побольше будет. Но вот это я меч поставил, но 170-й левела у меня пока нету. Надо как-то уровень поднять. Минимум 170-й, ну, блин. Это 8-й. Так, теперь порядок. Так, 630, да? Пятьсот шестьдесят, 280. Не мой класс. Ауч. Не ожидал, что я одежду не своего класса смогу где-то надыбить. Это для меня номер. Так, а у меня есть оружие какое-нибудь для моего уровня? А, ответ, конечно же, нет. Так. Тебе еще качаться надо, я понял. Посмотрим, у меня в сундуке там было. Хренотень всякая. Это 200-е вообще. Ну вот 120-е еще непонятное оружие. 80-е, 220-е. Это у нас 170-е. Неплохие ботиночки. Пятьсот шестьдесят, 280. Не мой класс. О. Вот эти уже получше будут. Так, а вот насчет оружия беда полнейшая. Продать, кстати, мы этой козлине тоже ничего не сможем. Я вот не понимаю, почему. То есть, в принципе, вот это вот я могу продать, да? Еще меч. И ухё.
принципе, только, видишь, обычные вещи я могу продать, остальное, ну, никуда не деть. Вот это вот меня раздражает. Раньше такого вряд ли было. Ладно, разбираем, что тут остается. Так, это мы уберем. Это мне не нужно. Вот это может пригодиться. Так что копицу я оставлю. 2600 все-таки как-никак. И где-то еще было. Меч интересный. Очень много этого порошка, но очень мало этого. Это печально. И идем, короче, на тюля портий. Конечно, не помешало здесь склад семьи расширить по-хорошему. Эти вот все хренотени в склад семьи побросать. Я, кстати, мечника создал. Ну, это так, чисто для себя. Ну, разобраться с картами, но 100 тысяч ограничений, это мне очень сильно не нравится. Могу предположить, что раньше ограничения вообще никакого не было. Оно было введено недавно. Зачем? Ну, вряд ли ради усложнения игры. Куда-то вон туда надо, да? Так, а я тут коллекцию вообще собрал хоть? Так, гранд-коридор. Нет, конечно. А у меня тут еще и не все разведано. Чуть-чуть его. Мило. Очень мило. А, так она нам дает еще увеличенное ограничение очков. О, вот за какой премиум, я понял. А вот это хорошо. А это тут не было написано.
Так, тогда сколько там времени посижу сейчас? Ну, в принципе, должно хватить всего. У меня просто мерсенарий Берш есть эти. Я думаю, не стоит ли ими воспользоваться. Но выпадает вещей намного больше, я тебе могу сказать. То есть премиум имеет смысл брать. Так, давай-ка я сразу воспользуюсь этим мерсенари Бердж. Ну ладно, так, не оно. Сейчас поищу, найду народ. Так, 25. Где же ты была, зараза? Вот она. Да? Угу. Она самая. Так, ну у меня хотя бы теперь есть интересный мерсенарий шоп. Но мне интересно кое-что сейчас другое. Что она дает за конкретные преимущества? Монстр карт альбом. Это мон босса дают, да? А, все уже 20 тайм.
Не понял. Не обновилось или что? За хер. Так, я, короче, сейчас смотрю здесь. Вот они. Мне интересно другое. Значит, каждая книга дороже. Сколько я в итоге этих книг смог прикупить? Ни хрена себе. Так-с. Это количество у меня не было увеличено, да? Так, какие у меня здесь есть карты, в принципе? Их побольше немножко. Так, Ancient Card Zaura. Одна Zaura. Одной Зауры ни холодно, ни жарко. Два Небулоса. Небулоса два всего лишь. Миртос есть-то хоть? У нас он первого левела. Миртис. Заура. Жалко. Так, это значит, получается, что с премиумом у нас, мягко сказать, сняты ограничения. Но это, по-моему, блин, перебор. Никому так не кажется. Так, по поводу варп-скулов. У меня этих школ очень много. Так, сейчас я их найду только, блин. В этом, блин, бардаке это капец, конечно. Вот. Их можно подкупать. Так, пошли опять гасить демонов. Но получается, что с премиумом как-то слишком.
Круто. Слишком высокая разница. Единственное, то, что дело не в разнице даже, так, в принципе, и должно быть, но... Какого черта не пишется, что там два раза увеличено максимум монет? Есть еще одно зелье, кстати, можно поиспользовать. Но я его приберегу на потом. Дружочек, ты что-то какое-то в последнее время, блин, троглодитом стал. Ему за последний час третий кусок мяса скармливаю. Хорош так жрать-то. Ладно, если бы так еще в уровне порос, я бы понимаю. Ведь ни хрена подобного. Ага. Один раз попутешествуем. Так, зелье подхилки есть. Стамину восстановим. Начинаем переодеваться. Опа, опа. Кричим кьяк-йо. О, это мои вот как раз помощники. Мои помощники неплохо так справляются. Видели? Давай поднимем ставки. Let's
Так, знаешь, вот я думаю, мне хватит острых приключений в свою жопку. Пока что. Надо все-таки прокачать ребят, я так полагаю. Так, они хоть сами-то немного прокачались по ходу этого всего. Да, они тоже немного прокачались, но надо минимум, чтобы кто-то уровень был. Этого уровня для них явно мало. Так, надо тогда попробовать, не знаю, что вот в этой соточке порубаться. Как думаешь? Я думаю, это логичная идея. Ладно, сейчас тогда варпанемся обратно. Попробуем эту соточку попроходить. Ого, нормально. 24 даже дал. Это вот не бывало такого еще. Да, тэпаюсь я обратно в город. Сейчас народ в городе мы проходим различные боевые миссии. На этом, в принципе, я закончу. Всем удачи, всем пока.